В Атрау презентовали книгу о легендарной летчице казашки Хиуаз Доспановой. В годы Великой Отечественной войны Хиуаз воевала в составе авиаполка ночных бомбардировщиков. За бесстрашие, умение внезапно появляться перед врагом летчиц называли ночными ведьмами. В 2004 году Хиуаз Доспановой было присвоено звание Халык Кахарманы. В книгу вошли воспоминания летчицы, статьи и очерки о ней.